Ну, что нам скажет доктор? Исключить из рациона комби корма. Так. И добавить сахар в питье, чтобы не было родового пореза. Вот это, я понимаю, настоящий специалист. 2-3 дня осталось. У нее вымя взбухло. Прости меня. Ну, ты же знаешь, что да, я такой. Ты просто от меня отвыкла. Пап, зачем ты Андрея вызвал? У тебя же с его отцом проблемы, а не с ним. Слушай, это не проблема. Они просто нас уничтожают. Меня, тебя, Кирилла, мать твою. Пап, это же просто ферма. Мы без этой фермы еще проживем 100 лет. Я люблю Андрея. Ну, пожалуйста, ну помирись ты с ним. Ты у меня хороший. Он же даже тебе помощь предлагал. В чем эта помощь, а? Какая помощь? На улицу нас выставить? Ты что, правда не понимаешь? Я ему не верю. Григорий Степанович. Что, Юля? К вам Екатерина Александровна на суде. Катя? В приемной? Да, она здесь. Ну, зови. Извините. Добрый день, Григорий Степанович. Здравствуй. Что за срочность? Это иск от некого Терехова. Он требует отменить решение об отчуждении его земли. Раньше такие иски не доходили до суда. Что прикажете мне с этим делать? Все, что положено суду. Принять, рассмотреть, вынести решение. Да, но в его документах есть завещание отца, в котором говорится о передаче прав на землю сыну, то есть ему, Терехову. Ну и что? Вот бумажка. Может, она поддельная? А где кадастровый паспорт на владение землей? Нету. У меня есть. Между прочим, там стоит твоя подпись. Я помню. Григорий Степанович, если Терехову упрется и пойдет по инстанциям, есть риск, что вышестоящий суд может поддержать его в итоге. Представьте, что Терехов выигрывает дело. И вы или отступаете, или платите ему большую компенсацию. Да, и все остальные захотят тоже больше. Вот именно. Прочие уступщики потребуют пересмотра сделок или даже вернут свою землю. Проблем у нас будет достаточно. Гриш, я советую тебе поговорить с ним по-хорошему. Да пробовали, он же упертый, как баран. Пробовали, Кать, пробовали. Что? Не принять его иск к рассмотрению? Ну, принимай, что? Хочешь судиться, это его право. А твое право и обязанность, Екатерина Александровна, защищать меня от него. Вот и защищай. Да. Значит так, мужики, полы в птичнике надо перестелить. Ясный перец, уже бежим. Уже он все перестелит. Ты че, малой? Мы там столько корячились, теперь что, все по новой начинать? Да, теперь все по новой начинать. Представь себе, сами виноваты. Я вам план давал? Давал. А полы слишком тонкие, птица зимой померзнет. Слышь, мелкий, достал уже. Один к нам в карманы лазит, этот приходит векой. Иди погуляй он к трактору. Сейчас ты пойдешь погуляешь к трактору. Я сказал переделать, значит, надо переделать. И водку... Полож, блин, я тебя убью! Плевать! Битва титанов! Кирилл домой. Нож. Какой такой нож? Хорош, 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 вы че? Больно. Монарки собрал и проваливай отсюда, понял? Чтобы я тебя больше не видел. Ну, Антон Дмитриевич, я тебе припомню. Речь так, Толя. Теперь бригадиром будешь ты. Принимай работу. Че, Толик, радуйся, бригадиром стал. Ну, давайте, корячись, корячись на дядю. Тварь.
молодец, не испугался. Не испугался. Ну, не убежал же. Ну, Кирилл, чтобы больше ничего подобного я не видел. Грудню убить надо, сволочь. Ты молодой, научи себя в руках держать. Знаешь, в морду дать всегда время будет. Они все такие же. Они все такие же, как он. Да нормальные они, мужики, нормальные. Просто всю жизнь они так тыркаются. Там под шабашу, тут зашибут. Заработают копейку. И довольны. Ну, нет у них ума, чтобы делом заняться. Да и зависть у них тоже по глупости. Ну, смотрят они на нас, что видят. Машину вон, что строимся. Деньги вроде есть, а значит, украл. А то, что мы как кони днем и ночью пашем, им это по боку. Для них кулаки. О! Новый бригадир! О! Давай, садись, выпьем. Значит так, Антон Дмитриевич велели передать. Кто не вернется сегодня в бригаду, тот уволен. Ясно? А? Да пошел он твой, Антон Дмитриевич. Давай, садись, выпьем. За ферму, не чокаясь. Помянем. Вечером зайдем. Не понял. Вы что, испугались, что ли, этого? Э, алло! Ну, давай, бегите, задницу ему лежите. Нехорошо, Степан. Терехов тебя, считай, от зоны отмазал, а ты сидишь и катишь на него. Ну, тварь ты неблагодарная. Чего? Ты что пищишь-то? Я тебе говорю, ты тварь неблагодарная. Ты что, перепутал, что ли, совсем? Уроды. Ты что творишь? Грудень, поставь на место. Поставь на место, сучонок! Волос на место! Степан! Чему строю, птичий? Степан, одумайся, Степан! Поставь, я сказал! Одумайся, Степан! Поставь! Степан! Степан! Степан, ты чего? Степан! Степа! Степ! Степа! Степ! Степан! Сдавай, Степан! Степан! Кирилл!
кто-то есть! Лей! Грудень. Да не, это Кирилл. Да точно ясен перец, Грудень. Мама! Это не Кирилл. Это не он. Какие предварительные? Сложно сказать. Мог упасть на доски сам, тогда несчастный случай. А могли этой же доской ударить сзади. Понятно. Да это они он грудню завалили. Ясен переже. Слышь, ты пасть закрой. А что ты меня затыкаешь, а? Он все видели, как Терехов парень на грудню полез. Вот он и посчитался потом. Да? Товарищ майор, это из птичника. Похоже на подкуп пожара. На экспертизу. Правда? Что правда? Что ваш сын был в конфликте с погибшим. Да, правда. Кир, ты куда пропал? Там мама с ума сходит. Маш, я его не убивал. Я его не толкал, он сам упал. Подожди, ты куда? Ты куда в таком виде? Кирилл! Что Грудень делал ночью у вас на дворе? Насколько я понял, вы его уволили. К тому же со скандалом. Да, уволил. И со скандалом. А причину увольнения? Он плохо работал, вот я его и уволил. То есть больше никаких подробностей? Нет. Ну хорошо, тогда у меня получается такая картина. Вы и ваш сын были в конфликте с погибшим. Он выпил, ночью вернулся, чтобы поджечь птичник, а возможно и всю ферму. Кто-то из вас застукал его при поджоге и... Убил? Возможно. Нет, он мог, конечно, сам упасть. Это мы выясним. Скажите, пожалуйста, а где ваш сын? Насколько я знаю, при пожаре не пострадал. Тогда где он? Ты почему в наручниках? Ваш муж задержан по подозрению в убийстве. Вы не волнуйтесь, если он не виновен, он скоро вернется домой. Да вы не можете! Вы не можете! Его там даже не было. Антон, скажи им. Чего ты молчишь? Лид, все нормально. Пожалуйста, не мешайте нам делать свою работу. Кстати, если заявится ваш сын, дайте нам знать. Что? Вы не имеете права. Я его никуда не пущу. Лид, не мешай им. Пусть они сами во всем разберутся. Я скоро вернусь. Прошу. Я не понимаю, при чем здесь наши отношения. Я люблю Машу. Я хочу, чтобы она стала моей женой. А ваши разборки с ее отцом оставьте при себе. Не впутывайте нас. Чего ты в нее вцепился? Других, что ли, нету? Отец. Не впутывайте. Он тебя он тоже уже выгнал. Теперь это и твои дела тоже. Григорий Степанович, вы просили на помощь. Юля, не сейчас. Мне такие дела не нужны. Думаешь, мне нужны? Думаешь, мне весь этот геморрой нужен? Я для кого работаю? Для дяди Пети? Я фундамент на всю твою будущую жизнь готовлю. И хочу, чтобы ты мне помогал.
А ты с этими бабами не хочешь со мной работать, не работай. Но будь рядом, без вот этих вот. А если ты не прав по поводу земли? Прав я или не прав, это суд решит. Мне важно, чтобы ты мне помогал. Не могу я так. Прости. Я на минутку, у меня срочно. Ну, давай. У нас... Давай, давай. Фермера нашего, Терехова, арестовали. Непредумышленное убийство на ферме, а я подумал, если его посадят, наша проблемка решится сама собой. Ты погоди, не торопи события-то. Может, там что-то другое случилось? Может, он не виноват? Что с ним? Поздний юношеский максимализм. Илья, ты действительно езжай, узнай, что там и как. И пусть Храмов его на полную катушку прессует. Понял. А если он и правда не виновен? А пусть думает, что виноват. Пусть думает, что ему срок светит. Сам приползет со своей землей к нам. Добро. Делать. А что с отцом? Мама, что с отцом? Он тут вообще ни при чем. А там это кто знает? Если не виновен, то отпустят. Они там во всем разберутся. Ты куда? Ура! Стой! Ир! Полагаю, у вас не было достаточно оснований для ареста Терехова. А я полагаю, что были основания. Несколько дней назад он совершил нападение на вашего, между прочим, отца. Это была случайность. Очень может быть. Но пусть пока в камере посидит. Так всем будет спокойнее. Да. Товарищ майор, тут к вам по делу Терехова. На выход. Терех, вы свободны. Почему? В деле появились новые обстоятельства, но если вы нам понадобитесь, мы вас обязательно вызовем. До свидания. А какие обстоятельства? Он вчера был там. Знаю. Откуда? Ты что, видел его? А? И где он? В полиции. Он сдался, поэтому меня и отпустили. Как у тебя ума хватило его отпустить?
Он же человека убил. Невиновен. Ты что, за одну ночь следствие провел? Григорий Степанович, да успокойтесь. Просто вчера к нам явился его сын, который находился рядом с погибшим во время пожара. Сын? Сын Терехова? Да. Сейчас он дает показания. И сегодня же суд вынесет решение об избрании меры пресечения. Ладно, иди. Еще, Григорий Степанович, впредь я прошу вас не повышать на меня голос. Чего? Я офицер и требую к себе достойного отношения. Ты меня еще на дуэль вызови. Иди! Иди! Служака. Романов начитался. Твою ж ты! Как? Так. Так все поворачивается, да? Григорий Степанович, так даже лучше. Терехову себя не жалко. А для сына он все что угодно сделает. Ну что делать-то? Я предлагаю сделку. Просто сделку. Терехов подписывает нам все бумаги на передачу земли. Тогда он получает сыночка обратно. Вы? Пообщайтесь со Строевой. Уговорите ее. Она закроет дело. Нужно действовать очень оперативно. Они могут разобраться. Парень, может быть, и не виноват. Не нравится мне все это. Дети все больше и больше втягиваются в нашу жизнь. Игорь Степанович, вот этот сыночек очень удачно сейчас нам подвернулся. Сегодня я поговорю с Тереховым, припугну его. Я думаю, он все подпишет. Подпишет, получит сына обратно. Я позвоню. Давай. Можно ваш телефон? Благодарю. Так, просто спокойнее. Антон Дмитриевич, я слышал о вашем горе, я сочувствую. У парня, конечно, большие проблемы. Убийство – это очень серьезно. Он его не убивал. Я все прекрасно понимаю. А кто это? Не знаю. И именно поэтому я здесь. Мам, пойдем в дом. Сам расскажет. У меня к вам предложение, так сказать, рука помощи. Ознакомьтесь. Я рад, что мы друг друга услышали. Можно? Вы прекрасно понимаете, что это не все бумаги, нужно будет встречаться, займет какое-то время. Через пару-тройку дней я вам позвоню, вы приедете в город, и мы все уладим. Когда его отпустят? Ну, завтра суд примет решение о нехватке доказательств. Но вы уж не переживайте так. Парень, ты не виноват. Все будет хорошо. Ну, счастливо. Не провожайте меня. Поэтому в связи с вышеизложенными обстоятельствами считаю заключение моего подзащитного необоснованным. Прошу отпустить его под подписку о невыезде. Прокурор? Екатерина Александровна, я уже все сказал. Ну что, пустили? Мне очень жаль. У меня ничего не получилось. Я подам жалобу, но это займет время. У них нет оснований. Thank you.
Это правда, что ты вчера обещал Терехову отпустить его сына, если он подпишет отказ от земли? Здравствуй, Андрей. Мне об этом сказала Маша. Ты ему обещал? Ничего я никому не обещал. С ним разговаривал Щербаков. Хочешь, поговорю с ним. Отец. Хорошо. Да, мы предложили ему такую сделку, и он согласился. Ну тогда почему? Потому что я так решил. Пусть сначала подпишет все до конца, потом посмотрим. А пацан его посидит. Ничего с ним не случится, не волнуйся. Я обещаю. Это жизнь, Андрей, понимаешь? Жизнь как есть. Не институты, не сказки, а жизнь. И в ней надо уметь бороться и побеждать. Понимаешь меня? Отец, ты меня учил быть честным, справедливым. А по-твоему, я не такой? Просто у тебя с твоим этим Тереховым и у меня разные представления о силе и справедливости. Он просто дурак, а ты еще молод. Но ты со мной через 10-15 лет согласишься, поверь. Ну что ты так смотришь? Ненавидишь меня, да? Отец оказался злодеем. Нет. Я просто не понимаю тебя. Ну что ты не понимаешь? Вот что ты не понимаешь, скажи. Ты когда-нибудь кого-нибудь любил? А при чем все это? Зачем ты спрашиваешь? Ты знаешь, что такое любить? Да. Я любил маму. И сейчас люблю. И тебя люблю. Андрей, подожди. Подожди, пос... Мам. Мам, может, поедем? Сейчас. Сейчас посидим немного и поедем. Тебе надо отдохнуть. Отец не отвечает? Телефон выключен. Мне написал Андрей, он сейчас приедет. Я попрошу его отвезти нас. А что так, майор? Почему он для тебя господин, а я только товарищ? Я не это имел. Ну, короче, это не важно. Повторяю, у вас есть какие-то требования? Я готов их выслушать. Ну, что затих-то? Власть тебя вон слушать готова. Проси, что хочешь, пусть дадут.
Сдавайся, Терехов, не дури. Ну куда теперь тебе бежать-то? Че ты со своим пуколкой с двумя патронами сделаешь? Так это не для них патроны. Один для тебя, один для меня. Вот и весь разговор. Господин Терехов, предлагаю провести переговоры. Вот видел, теперь я стал господином. Я сейчас. Послушай меня. Ты сейчас пойдешь к маме и скажешь, что у нас срочное дело. Что случилось? Объясню потом. Быстрей. Андрей, что происходит? Андрей! Твой отец взял заложники моего отца. Хочешь, чтобы ему вернули землю и выпустили Кирилла? Как заложники? Они у вас дома, фирма Цеплина. Так, а мама там? Маме позвонишь позже. Я думаю, я могу доказать незаконное перемежевание вашей земли. Было время, когда на ферме никто не жил? Да, когда бабушка переехала в город. Да хорошо. Заинтересованное лицо, например, ваш сосед, заказывает межевой пересмотр земли и указывает, что она принадлежит ему. А дальше дело техники. Подает документы в кадастровую палату, и все. Ваша земля уже не ваша. Это сделал твой отец? Да, это сделал мой отец. Это не важно, продолжай. Для меня это важно. Вы переехали на ферму после смерти бабушки. Был человек, который помогал ей в хозяйстве. У папы есть друг, дядя Сережа Анохин. Он помогал бабушке, когда она переехала в город и, кажется, ездил на ферму. Значит, и с документами он мог помочь. Так, где он живет? Я не знаю. Мама знает. Позвони срочно маме. Ага. Дурак ты, Антоха. И отец твой такой же был. Заткнись. Ой, мне прям страшно стало. Ну давай, давай, убивай, если задумал. Надо будет, убью. Угу, убью. Кишка тонка, Рэмбо. Точно в отца пошел. Вы же за справедливость, да? За правила. А правила не позволяют в человека стрелять. Поговорить хочешь? Давай поговорим. Ты закон. А правила, значит, для таких, как я, написаны. Урода, вам все можно? Если ты закон, я не собираюсь жить по твоим правилам. Я сейчас твои мозги по стене размажу. И когда придет другая сволочь, хорошенько подумает, прежде чем чужие жизни ломать. Ты лучше о своей семье подумай. Что с ней-то будет? Теперь у меня нет семьи. Я к храму. Открывай. Хана Тереху. Ясен перец. Либо грохнут, либо он в тюрягу катают. Иди каркай. Да, он совсем мужик двинулся. Да точно его грохнут, я тебе говорю. Я тебе сказал, не каркай. Да я чё? Чё ты стоишь? Сейчас я пойду все узнаю. Здрасте. Так, уходим. Уходим отсюда. Идите. Бежим. Уходите. Уходим, уходим. Бежим. Уходим. Идите работать. Все, здесь нечего глазить. Да, все, уходите, все, уходите. Все. Ну что, доигрался? Упустил террориста, еще и с заложником. Бардак. Ментами были, ментами остались. Так, Илья Николаевич. Так, все, Илья Николаевич. Что, жил в доме? Что ждем? Что тянем вообще? Так, сержант, уведи гражданина Щербакова за оцепление. Так, спокойно. Может, забыл, кто я такой? Нет, не забыл, я помню. Но здесь главный я.
Хочешь стоять здесь? Стой и молчи. А нет, все, зацепление. Все, потом расскажешь. Сержант! Так, все. Молчу. Здесь открыто. Дядя Сережа? Дядя Сережа? Дядя Сережа? Угу. Дядя Сережа, я Маша Терехова. Вы меня помните? Помните меня? Маша. Терехова. Маша Терехова. Подожди, ты же в Москве учишься. А я вернулась. Это Андрей. Андрей Жилов, нам нужна ваша помощь. Жилов? Жилов мой отец. Я ведь тогда поверил твоему псу, что вы Кирюху отпустите. Сказал, что отпустим, значит, отпустим. Не сразу, потом. Че, подождать не мог? Жилов, неужели это все из-за куска земли? Она тебе так нужна, что ты готов людей давить. Ты же как мясорубка. Это моя земля. Я здесь хозяин. Я, а не ты. И первое слово здесь мое. А твое последним всегда будет. Ты правда веришь, что у жизни есть выделенная полоса для тебя? Есть. Есть. Широкая, прямая, ровная. Я буду по ней ездить до самого конца. Посмотрим. А уже смотрим. Мы – власть. Я здесь – власть. Я – закон, понимаешь? Это ты там – власть. А здесь вот она – власть. И она у меня в руках. Чувствуешь? Жалко мне тебя, Жилов, пустой ты. Нет у тебя, кроме злобы, ничего. Ну ты в мою душу не лезь. Да откуда она у тебя? Хорошо, хоть твой сын на тебя не похож. Ой. Сергей, у нас вопрос. Жалуйтесь. Правильный ответ на который спасет жизни моему отцу и Машиному. Дядя Сережа, вспомните, пожалуйста, вы же помогали бабушке, когда она перебралась с фермы в город. Помогал? Да что я там помогал, так по мелочи? Документы на наследство и землю. Случайно не у вас хранились? У меня, но я плохо помню. Если они были у вас, вспомните, к вам кто-нибудь обращался по поводу перемежевания земли, переоформления документов? Так, я что-то не догоняю, молодые люди. Вы зачем сюда пришли, а? Я же вам сказал, мы можем спасти людям жизни. Владелец фермы Антон Терехов, который совсем недавно обвинялся в убийстве работника своей фермы, захватил в заложники замглавы местной администрации Жилова. Туха. Вы можете их спасти. Я вас умоляю, там мой папа. Они его убьют. Был один слизняк в администрации, Щербаков и фамилия. Это он тогда уговорил меня переоформить документы на другого владельца, да. Но это же наша земля. Ваша, ваша. Но ферма тогда загибалась, и я не думал, что Антон захочет вернуться. Они предложили такие деньги, и я не... А потом все стало тихо. И все забыли, и я забыл. А документы на землю вы передали Щербакову? Нет, зачем ему они? У него копии, оригиналы так остались у меня. Сейчас я их принесу, сейчас. О, наконец-то. Щербаков, Илья Николаевич. Что у вас тут? Глава департамента строительства. Заложник. Как вы с ним общаетесь? Хотя можно попробовать позвонить на телефон Жилова. Наконец-то. Хорошая идея. Угу. А, сейчас, момент. Пожалуйста. Привет.
Что смотришь? Отвечай. Тебя не спросил. Да. Я уже все сказал. Пока не будут выполнены мои требования, мы останемся здесь. Начнете штурмовать. Считайте, у вашего мэра больше нет заместителя. Зря ты этот Терехов затеял. Сам же, наверное, понимаешь. Давай договоримся по-хорошему. По-хорошему я с тобой уже пробовал договориться. Ну, еще раз попробуй. И потом, как ты меня убивать-то будешь? У нас теперь много общего. Дети вон пожениться собрались. В общем, у нас с тобой будет только кладбище. Майор, мы готовы. Я надеюсь, вы понимаете оба, что там не просто обычный человек. Не какой-то алкаш с улицы, а заместитель мэра. Боец, убери его за ограждение. Будет не дергаться в автозак. Убери руки. Слышь, герой, вы знаете, кто я такой вообще? Слушай, кто это? Андрей Жилов? По моей команде. Подожди. У меня приказ. Я говорю, подожди 5 минут. Антон, это Храмов. Я уже все сказал. Вы мои требования знаете. Мне терять нечего. Все, время вышло. Стойте! Константин! Да пусти это! Да я так умею! Это Андрей Жилов, нас не пускают! Возьми! Алло! Да, пропускаем! Стоять! Папа! Стоять! Я его дочь. Дайте. Папа! Это я! Папа, не надо, не стреляй! Маша, уходи немедленно! Нельзя! У меня важный документ! Вы должны на него посмотреть! Ждем! Пап! Пожалуйста, выслушай его! Антоха! Это я, Серега Анохин, слышь? Поговори с парнем. Он дело говорит, слышь? Черт с тобой, только без глупости, у меня ружье. Давай, парень. Не бойся, он не стрельнет, давай. Опусти оружие! Тебя забыл спросить. Андрей, ты с ума сошел? Зачем ты здесь? Тихо, спокойно. У меня только бумага. Только бумага. Стой, где стоишь, пацан. Стою. Возьмите. Ты как себя чувствуешь? Блестяще. Ты зачем здесь? Эта бумага доказывает полное право Тереховых на землю. Любой суд встанет на их сторону. Перемежевание земли было незаконным. Все. Это конец. Вам больше нечего делить. Стойте! Стойте! Нельзя! Это мой дом, пусти! Антон! Антон! Остановись! Маша! Там Андрей. Сейчас его отпустим. Андрей, ты с ума сошел? Ты против кого? Ты меня вырастил, воспитал. Я тебе благодарен, но я не могу так.
А против меня можешь? Ты не понимаешь. Тебе придется отступить. Отступиться? Вот из-за этого? Черт возьми. Вы вдвоем чуть не погибли из-за этих бумаг. Хватит! Все, хватит! Жилов, сыну спасибо скажи. Пошел вон. А теперь про Кирилла. Что с ним? Через несколько дней он будет у вас дома. Я это обещаю. В суде против него нет улик, его обязаны отпустить. И я прослежу. Сейчас вас арестуют. Эта история не может закончиться просто так. Я буду вас защищать. Будьте готовы к тому, что вы проведете какое-то время под арестом. Возможно, месяц. Надеюсь, меньше. Гарантировать ничего не могу. Я готов. Хорошо. Теперь оружие. Сейчас спокойно выходим. Я пойду первым. Стой. Ты не такой, как твой отец. Спасибо. Спокойно. Оружие! Спокойно. Спокойно. Руки!